Я путешествие вовне давно закончил. Я путешествие вовне давно закончил и странствую давно внутри себя. Нет смысла тратить время, мир всего лишь часть той вселенной, что живет внутри меня. Она живет в любом разумном человеке и в неразумном тоже, каждая ее часть. И в подлом, и в жестоком, и в добрейшем, во всех ее спокойствие и страсть. Вселенная внутри нас и снаружи. И породила нас, только зачем и почему? Давно исследую я разум свой и душу, чтоб все понять, но сомневаюсь, что пойму. Мир человеческий мне мало что расскажет. Я познакомился и с подлостью людей, и с их жестокостью, корыстью, и с их чванством, и с добродетелью, наследницей страстей. Я видел горы и моря, леса и реки. Я видел белых, черных, желтых и цветных. Я слышал умных, глупых, хитрых, всех на свете. Зачем еще мне тратить время, чтобы слушать их? Мне больше не дадут ни новых чувств, ни новых знаний, перемещения по поверхности земли. Только с поэзией и музыкой узнаю масштабы нашей высоты и глубины. Существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор вам еще СД. С вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.